Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вышли сегодня немного погулять. Хочу вам показать. У нас выпал снежок. Такая красота кругом. Все бело. Засыпало все наши недоделки в огороде. Сколько дел мы хотели сделать. Но у нас не получилось. Потому что мы весь октябрь проболели. И все наши недоделочки засыпали. И можно ни о чем уже не думать. Смотрите, какая красота. Ой, прелесть просто. Все кругом снег. Вот столько у нас снега. Смотрите. Все кругом снег был. Вот пришла в свой сад. Хожу немножко, гуляю чуть-чуть. Ветерок, конечно. Гулять ветер не очень хорошо. У нас вот такое интересное есть приспособление, как прибор называется. Мой муж сделал. И мы смотрим из окна, какой сегодня ветер дует. Вот такую ленточку сделал. Она дует, и уже знаешь, что сегодня северный ветер. Очень интересно. Выходить никуда не можешь смотреть, какой ветер. Посмотрел из окна. И уже знаешь, сегодня теплый или холодный ветер дует. Вот. Много чего в саду у нас недоделанного осталось. Там укроп не выдернутый остался. Ну ничего. Если наступит весна, то все, конечно, делаем. А здесь у нас капуста под снегом. Смотрите. Вот. Эта капустка очень маленькая была. Маленькие качанчики, они не выросли. Ну, мы думали, они подрастут, но они так и не подросли. Смотрели. Так уж будем убирать, курочкам отдавать. Немножко чуть-чуть поправляемся. Будем убирать. Вот. Там вот мой муж виноград закрыл. Шубу на виноград одел. Вон две шубы на виноград одел. Решил в этом году так закрыть виноград. Дерево у нас огромное такое. Такое у нас дерево. И весь наш сад. Все опустело. Ну и хорошо, что все закрыло снежком. Викторию мою все покрыло. Это вся площадь Виктории вся покрыта снежком. Ведерко ходила, выносила мусор. Красота. Первый снежок. Очень даже приятно, если он, конечно, не растает. Лучше бы он, конечно, не растаял, потому что Виктория сразу под снегом. А в том году были сильные морозы, и Виктория даже была вся наружу. Вот, думаю, что не растает. Всем хорошего денечка, хорошего настроения, здоровья всем, чтобы у всех все было хорошо. Всем пока!